Ой-ой-ой. Сейчас, когда... Добавьте Лену. Прежде чем мы услышали эпичный рассказ Тани о нас, о своих впечатлениях, мы сидели за кулисами, и я обратила внимание на задник, на баннер, который там висит. И вот из зала это незаметно, а из-за кулис поближе видно, что цифра 5 на... Здесь на порядковом номере фестиваля она приклеена скотчем. И... и для меня на самом деле это такой символ традиций и продолжения чего-то хорошего. Я хочу поздравить фестиваль с 15-летием и пожелать, чтобы этот баннер еще долго-долго-долго висел на этой сцене, и чтобы порядковый номер продолжился вот так вот от края до края этого баннера. А может быть, даже чтобы и не хватило, чтобы второй баннер еще, чтобы баннер на скотч еще кусочек привесить. Чтобы город в Обнинске никогда не кончался скотч. Чтобы было на что приклеивать следующие цифры римские. Ну что, Ириска? Ириска. А споем мы песню... Если бы мы знали, мы бы репертуар ирисочный какой-то был. Да, но предупреждали надо. А споем мы песню... Марш ирисок. Письмо в экспедицию. Но мы бы репетируем, Дима. Дима, марш ирисок. Следующий шедевр, наверное, будет такой. Ладно, нам придется все равно как-то выкручиваться. Навсегда.
из небытия, плюнь через левое плечо, скажи три раза по латыни из позолоченных ворот, тебе навстречу выйду я. Спасибо, ребят.